Полиция Венесуэлы задержала подозреваемых в атаке на энергосистему страны. Двух человек обвиняют в попытке саботажа на гидроэлектростанции имени Симона Боливара, а именно в кибератаке. Новое нападение удалось предотвратить. Ситуация в стране до сих пор остается тяжелой. В некоторых городах отсутствие света привело к перебоям подачи питьевой воды и массовым протестам.